Ну что ж, у нас еще сегодня много очень интересных советов, и мы переходим к следующему. Следующий совет называется «Избегайте проблем». Это совет номер 5. Обязательно избегайте проблем, если вы хотите превратить ваш винрейт в нулевой, банкрот, залить здоровье и испортить. Вот, избегайте проблем обязательно, потому что если, не дай бог, вы начнете решать свои проблемы, то вы сможете поверить в то, что вы способны что-то делать. Возможно, у вас что-то получится, вы, не дай бог, получите удовольствие от этого и захотите сохранить свое здоровье, отношение винрейт и банкрот. А цель у нас совершенно другая. Поэтому для того, чтобы винрейт был стабильно отрицательным, для того, чтобы банкрот был стабильно небольшим, для того, чтобы играть стабильно низко и стабильно за чужое, обязательно избегайте своих проблем.